Молодые улан-удэнцы строят ограду для саженцев. Аллея юности и славы появилась в сквере ровесником, ушедшим в бой, совсем недавно. Деревца посажены здесь молодежи города в память о погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Кто помнит прошлое, тот строит дальнейшие планы. Наша акция несет в себе посыл для будущего больше. Деревья подрастут, мы будем замечать, как они становятся все больше и больше, их не будут топтать. Соответственно, потом мы будем гулять здесь с нашими ребятишками уже, когда сквер будет более пышный и зеленый. Это мероприятие реализуется в рамках гранта «Будущее из-за экологии». Грант мы выиграли в начале этого года, нашей командой молодежной палаты. В ряду мероприятий были экологические, 4 экологические акции, которые мы провели на набережной города Улан-Удэ, социальные опросы и мероприятия, подобные вот этим, которые благоприятно действуют на окружающую среду, на нашу природу, на экологию в целом. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции молодежной палате горсовета не удалось провести часть запланированных акций. Однако оставшиеся средства от гранта все равно решили направить на благое дело. Зачастую здесь гуляют люди с собаками, гуляют люди с маленькими детьми. Они, у нас еще, может, и не сложилась такая культура, что по газону ходить нельзя. И я думаю, что такое ограждение – это уже какой-то эмоциональный посыл для того, чтобы что здесь растет саженец, растет новое дерево, и его, наверное, не лучше не трогать, а лучше больше развивать и поливать, так скажем. Всего за один вечер молодежная палата города поставила ограждение для 40 саженцев, растущих вблизи тротуарных дорожек сквера ровесникам, ушедшим в бой. Садном Ирдынеев, Сергей Медведев, Новости дня.